Если в качестве топлива используются дрова, то в дом их необходимо заносить по мере необходимости, не делать запасы пожароопасного материала на несколько суток вперед. Чтобы избежать опасности отравления угарным газом, следует проверить, а при необходимости прочистить дымоходы. Основные правила – это проверить дымоходы, проверить автоматику, вспомнить инструктаж, который люди проходили при пользовании газовыми приборами, при пользовании печей. И еще раз обратить внимание на престарелых и детей, своевременно их проинструктировать, подготовить их к работе. Самое основное – не подходить поверхностно к работе отопительных приборов.